Всем привет! Нового года осталось 12 дней. Сегодня вы смотрите второй день Vlogmas. С Мариной недавно проснулись. Ну как недавно? Сейчас час. Ты лучше скажи, уже сколько мы поспали сегодня. Поспали 4 часа. Что делали, не скажем. Сейчас идем кушать. Потом Марине нужно учиться, а Диане редактировать вчерашний влог. Вроде ничего интересного не намечается сегодня, на самом деле, поэтому, если видео будет скучным, мы с Мариной будем чихать с открытыми глазами. Короче, я заставлю Марину что-нибудь сделать, какой-нибудь челлендж. Вы не против? Угу. Вот. Да, пойдем, я хочу кушать. Тоже вообще ПГП. Марин, как бы ты объяснила, что такое кальбитан людям, которые не знают, что такое кальбитан? Это ребра кого-то в супе. Супчик сделан из говяжьих ребрышек. О, вот да. Даже не знаем, что едим, боже мой. О, это так ждать надо? Подождем или пойдем что-нибудь другое? Пойдем что-нибудь другое. Вау. Офигеть. Не едим ребрышки. Что это такое, Марин? Это стена. Это там, чтобы фототься, да, можно было? Да. Прикольно. Вот видишь, там елка белая стоит. Вот эти всякие белые елки стоят у всяких американских видеоблогеров. Просто типичная. Прикольно. А надо потом там сфотаться, ты понимаешь? Что это значит? Обожающий. Как бы ты объяснила мульнэнгмён? Это лапша в холодной воде. Конец. А еще есть мясо. Какое твое самое любимое корейское блюдо? Я люблю все. Корейскую еду невозможно не любить. Это вообще да. Я люблю все, кроме сундэ. Но если бы тебе пришлось выбрать, вот, что бы это было? Токпоки. Ясненько. В общем, мы с Мариной решили покушать мульнэмён, который холодный. И сейчас зима, как бы, нам не важно это. Хорошо, главное, чтобы это было холодно, это была вода. Вот так это все выглядит. Это получается, там, видите, там лед. А где можно мясо? Мясо. Вы кладете его туда и вместе кушаете. Два раза хватит? Да. Тебе хватит два раза? Да. Серьезно? Потому что это лучше, чем лето. Летом вот прекрасно вот это вот все кушать. Да, летом. Летом, когда жарко в Корее особенно, вообще душно, нереально. Там стоит сцена, вот она. Марина сказала, что это... Что это? Рождественская ярмарка, типа? Да. А еще вон палатки какие стоят. Там, наверное, что-то продаваться будет, фиг его знает. Мы идем сейчас в кафе. О, боже мой! О, боже мой! Где это? Кстати, мы сегодня смотрели на этот... Как это называется? Кафе. А еще она мне подарила кольцо. Вообще капал. А еще она подарила часть. Они вчера это видели. Вроде. Да, да. Ну да. Да. Сейчас смотри, что мы едим. Сейчас я вам покажу, что мы едим вообще сейчас. Мы только что поели, но этого нам всегда есть время. Это как-то место для десерта. Ну плевать. Это прекрасно, ты посмотри на это. Это прекрасно, Мари. Этот взгляд. Я бы сейчас Альбина поела. Блин, этот парень, его так жалко. Марина говорит сейчас... Это типичный корейский студент. Я хочу жить хорошо. Марина, кстати, учится в Yonsei University, изучает корейский язык. Сейчас на 6-м ГЭПе, это последний ГЭП, да? Последний ГЭП. Такое чувство, что вы говорите. Так что вот такие вот дела. Если будет интересно, пишите, вы спрашивайте. Спрошу Марину, Марина вам ответит. Если есть такое желание. Марина сейчас будет учиться, Диана сейчас будет делать вещи, которые связаны с YouTube, и мы будем есть вафли. Все прекрасно. А еще у меня сегодня сережки со снежинками.
мамины. О, любимый год. Да. Ой, тепленький, наверное. Блин, прикольно. Вау, вот с ним можно спрашивать. Что это такое? Давай мальчикам вот это подарим. Мне кажется, они будут рады. Это для собачек. Ты была на таких ярмарках уже? Ну да, на одной ярмарке. Да? Всё, конец. И там еще одна елка. Сладкая вода! Сам-сана дня. Давай. Вообще в Корее, Марин, мы обжираемся просто, вообще, плевать. И этого человека осталось $60 на 2 недели. Надо ванну покушать. Приоритеты в жизни, вы не понимаете ничего. Давай. Это все ярмарка, про которую мы с вами говорили. Точнее, мы вам говорили. Только оно уже почти все закрывается, и мы пришли немножко поздно, но вот так вот. Марин тоже снимает. Типичные туристы. Ёлка, ёлка, ёлка. Скорчу с рожу, о! Боже, как это красиво! Какой олень! Марина! Вау, какой лук! Но сначала она увидела оленя просто. Прошли с Мариной в караоке. Марин, ты, когда в России жила, любила петь караоке? Нет. Я пела в караоке до 10 лет. А потом я перестала. Потому что мне медведь на ухо наступил. Мне об этом сказали. Вот я тоже никогда не пела караоке, не любила вообще петь, но стеснялась как бы. Петь-то любила? Петь, мне кажется, все любят. Очень стеснялась, а приехала в Корею, и тут это так как бы принято, что ли. Ну, тут каждый кореец прям как певец. Ну да, и постоянно как-то звали все в этот в караоке, все дела. Ну и вот. О боже. Вы слышите, как эти девочки поют? Вот, им пофиг, потому что. Ну и как-то вот нам пофиг стало. Мы тоже стали петь. Так что вот. Будем сейчас запеваться разными песнями. Thank you.
Мы пришли кушать. Что это? Что это? Что это? Это нудлбакс. Тут, в общем, все в коробочках. Вот, видите, там у них в коробочках все там тоже вот. Вот, короче, нет, суть не в этом. Суть в том, что... Это, кстати, кому-то было интересно, чья это рука на фотографии у меня на заставке. Это Маринина там рука, это моя рука. Да, вот так вот. Хэштег Friendship Goals. Короче, Мир, ты мне написала комментарий. Мне он пришел в электронном виде, в письме, и я не могу его прочитать. Я захожу к себе на YouTube. И там нету твоего комментария. И мне это очень-очень бесит. Я хочу прочитать твой комментарий. И, короче, я рассказала Марии об этом. И Марина сказала, давай подумаем, что это может быть вообще. Так что вот так вот. Марин, давай, что это может быть? Последние слова это же. А почему до этого? Вы с Мариной... Что? Вы с Мариной... Ага. Троеточие. Это же. Сумасшествие. Это же как можно так вести себя? Это же удивительно, какие вы красивые. Атмосферненько тут так. О, я хочу себя попасть. Давайте подумаем, что это этажи. Это же так мило. Мы подарки открывали. Надо только подарок подарить. Еда. Все, что мы делаем в Корее, это едим. Да. Просто у меня сегодня все видео просто в еде. Как мы с утра ели, как мы потом вафли поели. Чтобы перед тем, как снимать видео, чтобы не поели. Печаль. Ну что, приятного аппетита. Мы пришли с Мариной домой. Стали, замерзли. Собираемся лялякать. Что, грусть поймали с Маришкой? Что-то нельзя так заканчивать видео грустно. Надо быть счастливыми хотя бы для этих замечательных людей, которые смотрят на наши рожи. Марин, давай сделаем что-нибудь смешное. Давай скорчим рожи. Ну, пожалуйста. Раз, два, три. Сразу весело. Так что да, будем отдыхать, устали за сегодня. Просто ничего особо не делали, но устали. Спасибо, что были со мной. Осталось 12 дней до Нового года. Капец уже. Вообще, нам нужно купить подарки. С этим разберемся потом. В общем, увидимся с вами завтра.